пожалуйста, закройте небо над Харьковом, закройте небо над Украиной, потому что наши дети умирают. Пожалуйста, извините. Извините. Пожалуйста, кто может, остановите эту войну. Меня зовут Юля, это мой сын Никита, я харьковчанка. Когда началась война, я не сразу поняла, что происходит. Мне позвонила мама и сказала, что, Юля, началась война. Я не поверила этому. Ну а сейчас я нахожусь во Львове, мы с сыном едем до польской границы. Я вынуждена оставить свой дом, свою работу, своих родителей и ехать спасать своего ребенка. Я хочу сказать, что это шок, это трагедия и катастрофа мирового масштаба. Звук пролетающей мимо ракеты я не забуду, наверное, никогда в жизни. Но такое забыть невозможно, когда ты это слышишь, буквально это доли секунды, и хватаешь ребенка, бросаешь его на каменный пол, закрываешь его собой. Если честно, у меня просто синие ноги уже. И так продолжалось на протяжении 3 дней, причем они это делали ночью, на ночь. Это зверство и геноцид. Они не давали нам даже передохнуть. Мой ребенок вздрагивает теперь от любого шума. Я не знаю, как эту психологическую травму он будет переживать дальше. У меня в Эстонии тетя и сестры. Я хочу оставить там ребенка и вернуться обратно. Потому что у меня в Харькове остались родители. Я каждую секунду за них переживаю. Они живут в многоэтажном доме. И я каждую секунду просто молюсь, чтобы с ними все было хорошо.